Захватывающий сюжет с неожиданным концом. Криминальная комедия. В областном центре состоялся спектакль «Яблоко раздора» по мотивам пьесы итальянского драматурга Альдо Николаи «Любовь до гроба». Подробнее в следующем сюжете. Декабрь продолжает радовать североказахстанских зрителей театральными постановками. 13 декабря на сцене Дворца молодежи показали спектакль «Яблоко раздора». Главные роли исполнили Юлия Делос, Дмитрий Миллер и Олег Штефанко, известные российские актеры театра и кино. Сегодня у нас замечательный спектакль «Яблоко раздора», где играют такие актеры, любимые наши, Олег Штефанко, Дмитрий Миллер со своей супругой Юлией Делос. Вот, комедия криминальная, очень смешная, очень интересная. И думаю, сегодня зрителям будет очень весело, будут смеяться до слез. История почти в духе двойной страховки, рассказанная в комедийной манере. Олег Штефанко, сыгравший одну из главных ролей, поделился, что в Казахстане выступает не в первый раз. Играть для казахстанской публики – одно удовольствие, говорит актер. Я играю любящего мужа, но любящего не настолько любящего, как кажется его жене. И она от этого страдает, и он от этого страдает. И, в общем, на этой основе происходит трагедия всей их жизни, вернее, ее жизни. Потому что когда муж любит женщину не так, как ей хочется, для нее это трагедия. Казахстанский зритель и наши устроители очень хлебосольные, очень добродушные, очень благодарные зрители, всегда с аплодисментами, всегда с какими-то подарочками, с цветами. И, в общем, очень благодатная публика. Североказахстанцы отметили прекрасную игру актеров и вполне закономерную правильную концовку. Гастрольный тур продолжится в таких городах, как Алматы и Караганда. Затем звезды отправятся в Кыргызстан. Анна Федорович, Анатолий Беланок, служба новостей.